Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия, и сегодня мы вновь откроем Великое Хранилище. Хочется запечатлеть эти интересные моменты открытия, эти эмоции, и, конечно же, само собой, нужно запечатлеть тот лут, который выпадет. Поехали! Я не сказать, что прям сильно так волнуюсь, как в тот момент, когда открывал в первый раз это хранилище, когда только его можно было открывать в новом сезоне. Но все равно есть некое волнение на эту тему, потому что вдруг выпадет опять кубик, да, например, а вдруг пушка какая-нибудь ненужная. В общем-то, сейчас посмотрим. Если что, возьмем шмоточку с рейда. Ну-ка. Так. Не, ну в целом-то колечко хорошее, и тут шмотки тоже неплохие. А пояс вообще бисовый. Кстати, похоже, наверное, тут будет взят, правда, пояс, а может быть кольцо. Давайте поселимся, давайте посмотрим. Открываем сайт RaidBots, открываем вкладку Top Gear, закидываем код, который мы получили с помощью команды Sync при открытом хранилище. И что мы накликаем? Ну давайте, окей, накликаем вот. А, запястья-то, кстати. Мы их вообще не берем, ну потому что это тот слот, в котором у латников имеется сокет новый. Кликаем пояс. Что еще мы кликнем? Ножки будем кликать? Ну, нет, не будем. Колечко кликнем, ступни кликнем. И при этом нужно еще накинуть чанты на колечко. А, они накинуты. То есть все окей, все хорошо. Реплейса нет, чтобы долго это все дело не делалось. Ну, все в целом окей. Можно симиться. Окручиваем самую низушечку и симимся. Find top gear. Кликаем зеленую кнопочку и немножко ждем. Результаты получены, и давайте смотреть. Так, это сапожки. Скорее всего... Даже их можно и взять, почему бы и нет. Какие у них характеристики? Crit Hast. По-моему, сапожки в рейде падают с Сильваны более высокого только item левела, и они будут с Сильваны в мифике. Поэтому я думаю, взять сапожки в целом-то это даже и неплохая идея, да, почему бы и нет. Сколько они нам дадут? 108 единиц дэмэджа. Я считаю, это реально круто, это классно. Поясок всего лишь 26 дает, колечко дает всего лишь 42. Окей, окей. Да, правда, тут надо брать ступни, потому что все-таки как-никак, они поинтереснее, они уберут лишнюю версу, которые у меня имеются на текущих ступнях, поэтому, конечно же, сапожки. 1,4% прирост дэмэджа, 108 единиц. Открываем наш любимый варкрафтик, берем ступни, забираем их через 3, 2, 1 секунды. Отлично. Эпохальный ключ от чумные каскады. Злопамятный, некротический и тиранический. Каскады — хороший данж с полезным лутом, поэтому, само собой, надо в него сходить. Item level 238. Можно больше, само собой, конечно же. Что ж, на этом недельное открытие завершено. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, хорошего вам лута. И не забывайте о ссылках в описании. До скорого!